Контртеррористическая операция по восстановлению законности и правопорядка в стране продолжается, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев. По его словам, на сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Тем временем в Алматы продолжается зачистка города от боевиков. Вокруг мегаполиса действуют 13 блокпостов. Ситуация в Алматы стабилизируется. Правоохранительные органы взяли под полный контроль все въезды-выезды из города. Всего установлено 13 контрольно-пропускных пунктов. В ходе досмотра задерживают злоумышленников, которые в салонах своих автомобилей пытаются провести оружие. По приказу Верховного Главнокомандующего контртеррористическая операция в городе перешла к следующему этапу. Мы разместили военные подразделения на всех блокпостах для того, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алматы. Мы досматриваем автомобили, проверяем документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют к нам в штаб. На сегодня в городе немноголюдно, несмотря на относительно стабильную обстановку с террористическими группировками, все еще не покончено. Время от времени они совершают вылазки. Как говорят солдаты, боевики зачастую одеты в военную форму. Боевиками украдено много военной амуниции. Специально для того, чтобы не подстрелить своих, наши курсанты надевают вот такие белые повязки. Разграблены торговые центры и магазины, сожжены сотни автомобилей и городских зданий. Все подразделения в городе приведены в полную боевую готовность. Режим ЧП и комендантский час, а также контроль на КПП будет действовать до полной стабилизации ситуации. Алишер Накипов, Талгат Абдыкожа, Едель Ермекбаев, Алматы, Хабар 24.